Вообще-то я тоже из артистической семьи. Да ну, как интересно. Родители мои выступали в Ленинграде. Воздушные гимнасты. В блестящих таких костюмах. Прям под куполом цирка. Ну а потом разбились. Прямо на выступлении. Боже мой, какая трагедия. Да, сочувствую. А я считал, что цирковые говорят, не выступаю, а работаю номер. Монами. Ну, таких тонкостей я, к сожалению, уже не помню. Я ведь потом в детском доме жила. Регина, а почему вы хотите быть бухгалтером? Ночь скука смертная. Эти бумажки, цифры, счеты. Ну, у меня с математикой хорошо. Благодарю вас за теплый прием. Вы замечательная, но мне уже пора собираться. Нужно еще в адресное бюро. Потом нужно определиться, куда поступать и заселиться в общежитие. Но вы приходите к нам. Обязательно приходите. И удачи вам. Кстати, во ВГИКе есть экономический факультет. А это хороший вуз? Да, один из лучших. Конечно. Бабушка в консерватории преподавала. Последние годы перед выходом на пенсию во ВГИКе. Там учится цвет страны. Только конкурс большой. Спасибо вам. Вы очень хорошие. Регина, подождите. Помогу? Вам куда? Туда. Имя у вас такое редкое, необычное. Ну, для советских девушек. Спасибо, мне идет? Очень. Ну, Регина вообще значит королева. Но, правда, с разбитыми коленками. Кстати, вам тоже очень идет. Скучаете по родному городу? И кто-то там по вам, наверное, скучает? Уже нет. Уже? Ну, давайте не будем об этом. Ладно. Я понимаю, ленинградская нам, конечно, не переплюнуть. А вот московская… Что? Мороженое. Пробовали? Нет, еще не успела. Исправляем. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, молодые. Будьте добры, мороженое пломбир за рубль 20. Одно? Да. А родились вы тоже в Ленинграде? Да, представьте себе, в колыбели революции. И я тоже. Держите. Пожалуйста. А живете вы где? Ну, может, мы с вами соседи? На мойке, Володя. Ну, вы меня прям допрашиваете. Подождите. Вы не попробовали? Просто я всегда люблю до истины докапываться. Ну, истина в том, что вы Августу Леонтьевну здесь одну оставляете. Она же в возрасте. Так бабушка сама не хочет в Ленинград переезжать. Из-за того, что они с отцом не ладят. А я в командировках. А иногда, знаете, они длятся по полгода. Там не только приехать, там и написать не получается. Что ж, такие за командировки, в которые даже нельзя написать письмо. Да. Теперь же вы меня допрашиваете? Володь, мне пора бежать. Бежать? Королеве? С разбитыми коленками? Не допущу. Вам куда? А барышня скажет. В ВГИК. Вы знаете, где это? Да, знаю. Садитесь. В ВГИК? Да. две страны и все такое. А что, думаете, не поступлю? Конечно, поступите. Ну, по-другому никак. Держите. Регина, а да. Вы с характером? Да, спасибо. До свидания. До свидания. Приехали. Куда о чем, девушка? Спасибо. Так, товарищи абитуриенты, кто уже решил, пожалуйста, проверяйте и сдавайте работы. Помоги решить, а? Показывай. Девушки, не разговаривать. Сейчас обеих выставим в коридор. Долго еще? Да нет. Вторую задачу проверь сама, потому что я не уверена. Ну ладно, мне тройки хватит. Ого! А ты кто? Софья Ковалевская? Нет, я Регина. Надо же. Ну а я просто Тата. Очень приятно. Взаимно. А я на актерский не прошла, решила сюда. Очень хочется в ВГИКе учиться. Ну все, я убежала. А ты докури. Французские. Ну вот, ты во ВГИКе, студентка. Поздравляю. Умница. Спасибо большое. Скажите, а где Володя? Так он уехал давно. Он на недельку вот этим летом вырвался ко мне, а так он все время в командировках, в командировках. Но сегодня не время для грусти. Алло, nous amusez et célébrer. Шайки, а? Я не трогала, я немножко отодвинула, потому что пройти же невозможно. Ах, подвинули? А если я вот вашу пианину вон туда за окно подвину, что будет? А? Вы уже вот тут вот достали вашим выступлением. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, каждый день. Селан Антонович, я прошу вас, если можно, будьте так добры, покиньте помещение. Кто, я? Это вы скоро покинете, а я здесь останусь навсегда. Скажите, пожалуйста, почему вы на нее кричите? А кто ты такая? Сейчас тебе объясню, кто я такая. Пойдем выйдем. Пойдем выйдем. Прописка есть? Где прописано? Регина, Регина, я прошу, не беспокойтесь. Не связывайтесь с ним. Ну и что? Слышь, ты хамила, еще раз Августу Леонтьевну тронешь, что тебе не поздоровится. Что? 3 раза по 100. Объясняю на понятном для тебя языке. Не лезь к старушке. Мысль Гегеля о вечном процессе развития отбросили предвзятое идеалистическое воззрение. Маркс. Обратившись к жизни, они увидели, что не развитие духа объясняет развитие природы. Провинциальный вкус нужно воспитывать. Колесникова, Смирнова, я лично проверю ваши конспекты. Продолжаем. А наоборот, дух следует объяснить из природы, материи и развития человека. Девчонки, налетать! Можно мне яблочко? Бери, угощайся. Мама столько вкусностей прислала. Регинка, держи. Ой. Меня в гости настоящие москвичи пригласили. У Татки Смирновой папа вообще из-за границы не вылазит. И по этому поводу нужно что-то очень особенное надеть. Регинка, а ты надень мое платье. А ты мою сумочку можешь взять, мне не жалко. А для такого случая, ну, прям очень уместно. Ну, что это? Это модерн. Девочки, нам свой провинциальный вкус воспитывать надо. Ну-ка ты понимаешь, сходи вон на Тишинку в скупку, там тебя по моде оденут. А деньги ты где возьмешь? Обалдеть. 200 кубов. Здравствуйте. Сажми кулачок. Ага. Так. Крови знаете свою? Да. Готово. Держите. Талоны на питание и деньги получите в 5-м кабинете. Скажите, а можно все деньгами получить? Кулачком работаем. Нельзя, порядок такой. А когда можно будет сдать кровь в следующий раз? Можно завтра? Через 2 месяца. Для восстановления пейте красное вино, вам выдадут. Спасибо. Пожалуйста. Девушка, девушка, работаем. Что с вами? Ага. Дышите, дышите, делайте глубокий вдох. Так, так, ну. Ой, Галь, возьми меня. У меня лучшие яблоки. Ты завтра опять ко мне придешь. Вам плохо, девушка? Что? Плохо вам? Да нет, спасибо, все хорошо. А вы не подскажете, где здесь магазин, где можно купить вещи комиссионные? Вон 1-й, 2-й прилавок. Направо открыта дверь. Это то, что вам надо. Спасибо вам. Угу. Ой, бедная девушка, совсем бедная. Все за тряпками бегает. Ох, молодежь. Вам к лицу, и цвет, и фасон. Вы так думаете? Молодец. В Москве такая шляпка в единственном экземпляре. Никого больше такого. Но если одна, то я беру. Завернуть? Я так пойду. Тащите на здоровье. Чем интересуемся, девушка? Можно мне тоже что-нибудь в единственном экземпляре и то, чего нет у других? Для особого случая. Да. Сейчас, есть. А вот, пан Бархат. Жена дипломата сдала. Какое красивое. А сколько стоит? 900. Сколько? 900, ну, вы же говорили, для особого случая. А вот это? Так это… Это же шелк, да? Ну, в общем, только это… Кружев красивое. Да. И мой размер. Размерчик-то ваш. А сколько? 300. Представьте себе, у меня как раз только есть. Свернуть? Да. Люблю покупателей, которые знают, что хотят. Какое красивое. Простите, пожалуйста, Котельническая набережная, дом 1/15. Не подскажете, где? Так вот же она, девушка, прямо перед вами. Спасибо. Ничего себе. Девушка, вы к кому? Здравствуйте. В гости к Смирновым. Здравствуйте. Регина Колесникова. Документы есть? Секундочку. Проходите. Это мой мальчик, Феликс. Татка, с днем рождения тебя. Спасибо. Это тебе американская трагедия, надеюсь, что понравится. Спасибо. Ты раздевайся, я пока цветы поставлю. Проходи в гостиную. Прошу прощения, пришла моя последняя гостья. Подруга из института, Регина. Регина, ну где ты там? Здравствуйте. Извините нас, мы на одну минуточку. Ты где это сделала чайник из общаги, а? Коньки я купила. Я очень сильно старалась, я даже все деньги потратила. На эту ночную сорочку. В этом спят, понимаешь? Мужиков прельщают, и они в гости приходят. Это они сейчас надо мной досмеются. Представь себе. Мне так обидно, Августа Леонтьевна. Ошибки случаются со всеми. А подруга твоя могла бы быть и потактичнее. Да я сама, наверное, виновата во всем. Мое образование только в рамках школьной программы. Все ребята как-то рассуждают о кино, об искусстве. А я даже некоторых слов не понимаю, не говоря уже о теориях. Читать надо больше. О, я сделаю вам подарок. Толковый словарь. Обещайте мне выучивать каждый день по 20 слов хотя бы. Обещаю. Спасибо. Накануне новогоднего праздника во все концы нашей великой страны летят теплые пожелания счастья и успеха. Дорогие друзья, поднимая бокалы с шампанским, мы безоговорочно верим в чудо социалистического прогресса и в наше светлое коммунистическое будущее. С новым 1955 годом, товарищи! С новым счастьем! Коллекцию высочайших, разработанную нашими ведущими молодыми модельерами. Поприветствуем их, господа! Это же галочка. Наш спецовет, это галочка. Так как наши глубоко уважаемые мужчинами все больше и больше времени проводят дома, решим предложить домашний вид одежды. Девиз этого комплекта – легкость и привлекательность. В таком ансамбле не стыдно и позвать гостей. Обратите внимание на чарующий покой рукавов. Смотри, это демонстрация в пижамке, кое-кого не напоминает. Который обязывает более четким и выверенным движением. Манекенщица Наталья демонстрирует зимний вариант одежды для истинных. Прекрати. Что же? Стеганая куртка, утепленная латином. Твоя гостья также издевается. Сапоги скороходы настолько практичны, что подойдут для любого торжества. Элегантный ремешок с вместительными карманами позволит нашим дамам освободить руки от сумок для более важных дел. Салфетка слева или на пирожковой тарелке. Это для хлеба. Хлеб – пам. Пам. А масло – бё. Бё. Вот это салатная вилка – форшет. Фуршет. Как фарш. Это для рыбы. Пуассон. Пуассон. Да. А это для мяса. Вьянд. 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 Августа Леонтьевна, скажите, ну вот зачем мне все эти французские слова? Эти рыбные тарелки, ложки. Но приличная девушка должна уметь вести себя в обществе. Ой, ну, Монами, сильвупле, нужно открыть шампанское, а то мы не успеем встретить Новый год. Я открою. Ну, ты не перестаешь меня удивлять. Когда-то, давно, весь этот этаж, вся квартира принадлежала нашей семье. Вся-вся? Вся. Потом революции, потрясения, войны, опять войны. И осталось всего несколько столовых приборов, любимый рояль. И вот это платье. Я сшила его в 1913 году у Надежды Ломановой. Она обшивала царскую семью. Я надевала его только один раз на свою помолвку. А потом как-то не до того было. Хотела подарить его дочери, но у нее была комсомольская свадьба. А внучки у меня нет. И уже не будет. Какое красивое. Чарующее платье. А я подарю его тебе на свадьбу. А вот и Дед Мороз. Здравствуйте, детишки. Девчонки и девчонки. Володя. Ну, не ждали? Я обязательно в кашу комбижик добавляю. Нажористая будет. Чего вы хотели поговорить, Селан Антонович? Я вас внимательно слушаю. Я? Тамарка, где ты там, зараза? Жрать давай! Тамарка, ты что, не слышишь? Твой тон. Разорался. Иди, успокой. Тамарка, иди успокой своего. Скотина пьяная, все жрать. Давай, жрать, давай. Володь, я как партуполномоченный, да и просто ответственный человек должен вам доложить. Вот эта девица, вам знакомая, Регина, она крутится вокруг Августы Леонтьевны, понимаете? А бабушка ваша, она ведь женщина добрая, интеллигентная, а эта хабалка, просто босячка наипервейшая. Без оскорблений, пожалуйста. А что я? Вы знаете, если она пропишется на жилплощади, ой, ведь крутится, крутится и крутится. С чего бы это, а? Спасибо. Пожалуйста. С наступившим, Володя, вас! Конечно. Сейчас помогу. Ну что, еще раз? Нет, хватит. Я давно так не веселилась. Расскажите о себе. А что вы хотели услышать? Расскажите про Ленинград. Какие ваши любимые места? Мне нравится Эрмитаж. Там площадь 143 тысячи квадратных метров. И еще такое большое количество картин, что даже страшно становится. А там еще есть музей революции. А вы давно там были? Перед отъездом. Почему вы молчите? Я что-то не то сказала? Регина, в Ленинграде вы никогда не были. А всю статистику старательно зазубрили из какой-то книжки. Только книжка эта старая. Музей революции в Эрмитаже был до войны. Потом это здание перекрасили в серый цвет для маскировки. А сейчас оно вообще изумрудное, с белыми колоннами. Регина Колесникова, в ЛГУ не. Кто вы такая на самом деле? Простите, не ходите больше за мной. Pas du tout. La belle. La bleu belle. Антантро. Антантро. А ты все французский учишь. Не надоело? Pas du tout. Это что значит? Нисколько. Ну, чё ты, Регин? Сколько она может жариться уже? Подождешь. Ну и что у нас на ужин? Здравствуйте, Виолоша. Здрасте. Мне кажется, что вас сюда никто не приглашал. А что тебя останавливает? Пригласи. А что? Вполне уместно. Так он с ее курса? Да говорю же, нет. Я вообще его раньше не видела. Ага. Блондин, ага. Красавец, 2 метра обаяния. Ох. Еще раз здравствуйте. С наступившим. Спасибо. Спасибо. А вы что стоите? Вы присаживаетесь, угощайтесь. А, вот. А нам пора к ребятам с постановочного. А, да. Да, куда? Костя, приятного аппетита. Приятного аппетита. Володя, вы все правильно поняли. Я врала вам. Августе Леонтьевне. И всем вокруг. Человек врет в 3 случаях. В счастье, что больше завидовали. В несчастье, чтобы сострадали. И во всех 3, чтобы привлечь к себе внимание. Какой случай твой? Что вам нужно? Ты мне нравишься. У меня мать в тюрьме. Я продолжаю вам нравиться. Ночь с 15 на 16 мая 1937 года. Моего отца арестовали, как врага народа. Я тоже об этом никому не говорил. Поэтому… Я тебя прекрасно понимаю. И не осуждаю. Бабуля, ты горевала, что Регина редко у тебя бывает? Так вот, теперь она будет жить с тобой. Мне так спокойнее будет. Я возвращаюсь назад, меня по службе вызывают. Ой, никогда я не понимала твоей службы. Наркоман спа. А, бебебя. Регина, я сама хотела давно уже предложить тебе жить у меня. Ну, и мне будет не так одиноко. И тебе удобнее. Наступившим. И вас. А я буду ждать тебя. Это правильно. Жди. Я приду при первой возможности. А позвонить можно? Нашли место. Ты смотри, а? И внука хмурила. Точно пропишет. самое главное, вождь мирового пролетариата. С нами Сокольники, махнешь? Колонна экономического факультета, все на месте! Ида, я, кажется, заболела. Держи, мама. Привет. Привет. С праздником. Спасибо и тебе. Пойдем? Пойдем. Ну что, гражданочка, поехали? Да. Одну минуточку. Может быть, я все-таки не поеду. Бабушка, а как же лес, речка, ваши посиделки за пасьянцем. И потом Варвара Сергеевна обидится. Да, конечно, вы правы. Абьянтон, мон ами. До свидания. Амбиан суандель. Твой бьян гаме. Володя. Обязательно поедем в Ленинград. Я покажу тебе, какой красивый этот город. Покатаемся с тобой по каналам. Я устрою тебе маленькую экскурсию. Я все знаю. Каждый закуток, каждый закоулок. Августа Леонтьевна обещала мне подарить это платье на свадьбу. Девушка, наверное, не должна так говорить все прямо и открыто своему парню. Но я по-другому не могу. Девушка должна говорить своему парню правду. Я хочу за тебя замуж. Почему ты молчишь? Наверное, я выгляжу как полная дура. Сама себе все понапридумывала. Целый месяц. Я вообще не смогу без тебя. Я буду думать о тебе каждый день. Ну что ты? Он на меня. Володя, у меня кроме тебя больше никого нет. Пообещай, что мы всегда будем вместе. Обещаю. Всегда? Всегда. Петр Андреевич, здравствуйте. Вернулся? Дожила, товарищ полковник. Ну, здравствуй, сын. Как съездил? Хорошо. В Москву ты больше не поедешь. С чего бы это? У меня там бабушка. Я ведь прекрасно осведомлен, чем ты занимался в Москве и с кем, пока Августа была на даче. Ах, вот как. Взял под наблюдение собственного сына. Не сына, а лейтенанта госбезопасности. Ты хоть знаешь, что она не Регина? Зоя Колесникова ее настоящее имя. Ну, теперь благодаря тебе знаю. Дальше. А то, что ее мать… В тюрьме. Знаю. Да. И сидит она там за убийство мужа, родного отца этой твоей, так называемой Регины. Кстати, он был алкоголиком, а мамаша поломойкой на заводе. Скажи на милость, ну, какие у тебя вообще могут быть общие интересы вот с этой девицей? Кроме койки, разумеется. Отец, не опускайся до всей этой пошлости. Я люблю ее и женюсь. Этого не будет. Я уже все решил. Мы с тобой сейчас поужинаем. У меня котлетки куриные есть, очень вкусные. Пюре и котлетки. Здравствуйте, Августа Леонтьевна. Здравствуйте, здравствуйте. А у меня для вас телеграмма. Сейчас. Где тут? Ага. Вот, получите. О, мадья, это от Володи. И распишитесь. Да, благодарю вас. До свидания. До свидания. Я прошу вас, скажите мне правду. Да я не знаю. Ну, внук сказал командировка, значит командировка. Ну, ты же знаешь, где он служит. Нет, мы не говорили об этом. Да и какая разница? Ну, Володенька не принадлежит себе. Он чекист, как и его отец. Я была категорически против. Но, к сожалению, это правда. В 1937 году арестовали Петра, моего зятя, ну, Володиного отца. Пришли ночью, как воры, его же сослуживцы. А потом арестовали Лидочку, мою дочь. Ну, когда сняли Ежова, Петра реабилитировали, вернули ему звания и награды, даже повысили в должности и сказали, мол, ошиблись. А Лидочка из-за стенков не вышла. Ну, а Петр продолжает служить, как ни в чем не бывало. Как ты сказал мне, лес рубят, щепки летят. Бездушные. Володенька, Володенька не такой. Ты, пожалуйста, верь ему. Он другой. Вот ты где. Последняя осталась. Ну что, ты собираешься сдавать, нет? Да. Регинка, что с тобой? Тошнит. Ого. Ты что, беременна? Дур, что ли? Нет, на нервной почве. Ну-ну. Да. Можно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. За ширмой раздевайтесь. Простите, а доктор вы? Я доктор. Замужем? Нет. Половой жизнью живете? Вы что, первый раз? Что вы делаете? Раздеваюсь. Белье нижнее. Матка увеличена на 6 недель. Что это значит? Беременная ты, сразу говорю. Об аборте даже не заикайся. Никаких медицинских показаний для этого я не вижу. И уголовное преследование мне ни к чему. А, скажите, пожалуйста, по поводу ребенка, это точно? Точнее не бывает. Скажите, а письма не было? Нет, детка. Ни звонка, ни телеграмма? Ничего не было. 6 недель уже. 2-й месяц пошел. Мне надо ехать в Ленинград. И я поеду, я больше ждать не могу. Августа Леонтьевна, скажите, вы не одолжите мне рублей 100? Я как получу стипендию, вам сразу отдам. Да, конечно, конечно. Детка. Ты ничего не хочешь мне сказать? Нет. Доброе утро. Доброе утро. Откуда прибыла? Из Москвы. Держи-ка, дочка. Борцовы никогда не забудет то черное январское воскресенье, лицеприятную контактацию приключений, талентную ночи и рабочие годы. Да, пришел неотвратимый день, и царский штандарт навсегда исчез с флагштока Зимнего дворца. Первые отряды ворвались в зимние со стороны дворцовой, через подъезд домой. Сейчас минуется октябрь. Всегда помогает. Точно так, отлично. Я ничего не учила. Простите, а вы не подскажете, как до Крюкова канала можно добраться? Вы первый раз в Ленинграде? Да. Пойдемте, я вас провожу. Спасибо. Здравствуйте. Я Регина, невеста Владимира. Вы же отец Володи? Скажите, он вам что-нибудь говорил обо мне? Нет. Странно. Мне нужно с ним связаться. Он в командировке. Когда вернется, не знаю. Извините, мне на службу. Простите. Я вас долго не задержу. Ему можно как-то позвонить или написать? Нет. Что же это за командировки такие? Мне нужно сказать ему кое-что важное. У нас будет ребенок. Даже так? Я очень люблю вашего сына. И я не знаю, что мне делать. Скоро все будет заметно. И нам нужно расписаться. Это у вас вряд ли получится, потому что у него другие планы. Я вам не верю. Когда он вернется? Очень не скоро. Может быть, год, может быть, 2, а может быть и 10. Сейчас, минуточку. Девушка, я бы советовал вам избавиться от ребенка и забыть Владимира. Нет, вы, безусловно, красивы, но на одной красоте далеко не уедешь. Возьмите, возьмите, пригодится. Знаете, Августа Леонтьевна была права. Вы черствый, жестокий человек. У нас моченых яблок не было, зато огурцы нашла. Бабуля готовила. Классика, что мне помогает. Держи, мамуля. Ну как же так? А вот так. Поматросил и бросил. Ну, ничего. Мы с тобой. Ребенка я хочу оставить. Ты ненормальная. Незамужний член ВКСМ. С ребенком на руках. Да это скандал на весь институт. Тебе на каждом углу будут склонять, прорабатывать, еще и пальцем тыкать. Из комсомола выбрать. За моралку. Татка, ну хватит. Да ты о себе подумай. Тебя из института исключат, у тебя не будет ни профессии, ни жилья, ни денег, ничего. Мне так страшно. Срывать надо. Слушай. Я знаю несколько верных способов. Один точно поможет. Я никуда не пойду. Я не могу. Ну и дура. Не дай бог, на добровольную каторгу хочешь? Убью я тебя! Или ты как мать хочешь? Эй, ты! Че стоишь-то, как истукан? Мне чайник надо поставить. Ты че, больная? Денег-то нет, на продукты все потратила. Ребенку тетрадку купила. Психическая какая-то. Хотел бы с другой ноги пройти этот путь изначала в конец.